Вот уже 20 лет в Тбилиси существует детский хореографический ансамбль, где ребятишки постигают традиционные элементы грузинского народного танца, с детства открывают для себя неисчерпаемый мир искусства. Самобытному мастерству маленьких грузинских танцоров аплодировали жители многих городов нашей родины. Ансамбль с большим успехом гастролировал за рубежом. Но, конечно же, особая радость – выступать в родном городе. Для юных артистов этот концерт необычный. Ведь сегодня среди работников тбилисской текстильной фабрики самые строгие и любимые зрители – мамы этих ребят.